Привет, YouTube, с наступающим Новым годом тебя, смотрящий. Ставь лайк, подписывайся на канал, пиши в комментарии, что, и давай смотреть все вместе видео сейчас это. Стоит идти на концерт Лида, извиняюсь за все плохие шутки, твою кору в сторону. Да, да. Поехали. Блин, так рад Лада 4 видеть, пипец. Айфон уже у него даже. В этот Новый год всем нам повезет. Я найду под елкой чистую любовь. Праздник унесет вдаль от всех забот. Старый год прошел, и это тоже пройдет. В этот Новый год всем нам повезет. Я найду под елкой чистую любовь. Праздник унесет вдаль от всех забот. Привет, Алгодимир, все, спасибо, что ли? Спасибо тебе тоже. Старый год прошел, и это тоже пройдет. Да, пока выключу. Я так и представлял его. Мне не нужны ничьи подарки, ведь я и сам уже могу стать самым лучшим Сантой. Всем моим братьям салют, и в небо летит салют. Где мой любимый салат? Нас мама зовет к столу. Я загадаю желание. Бля. Так, сейчас, секунду. Так, я донат пока выключил же. Вот тут ощущение, что Владу... Я загадаю желание, чтобы исполняли желание. Ему налили литра 4 воды в рот. Вот. Я не знаю, сколько он выплевывал ее. А, бля, он упал уже. Всем моим братьям салют, и в небо летит салют. Где мой любимый салат? Охуеть, сколько там? Гидрант, вырубите! Куточки, деду в подарок снегурочку. Yeah! Детка, одета с иголочки, дай мне, что прячешь под елочкой. Гирлянды в бриллиантах висят на футболочке, в руках зеленые стопочки. Меня греет твоя любовь, так зимой в животе греются бабочки. Зови меня тостер, я поднял тост за всех своих пацанов. Все очень просто, мы уже звезды, космос не так высоко. Ух ты, бля. Все равно не нравится. Ну, что не хочешь? Он хороший, но, блин, кажется, что Егор бы прям вообще унес. Унесет вдаль от всех забот. Старый год прошел, и это тоже пойдет. В этот Новый год всем нам повезет. Я найду под елкой чистую любовь. А что, не раз? Же вы чё? Но... на меня смотрят. Смотри, смотри. Видишь, смотри, вот я здесь.
Ебать, я думал, у него голова упала, прикиньте, пипец, а такие трюки можно выполнять? Ладно, нормально, нормально. Типа классно, ну то есть даже не просто нормально, а классно. А, не просто нормально, а классно, А4 вывез. Нет, ну, ну, как брата мужика зовут? Джонни, в смысле, жену? Джонни? Блин, классно, это жесть как классно. Ну вот че, и даже песня вайбовая очень. Еще раз послушаем на фоне, пока комментарии читаем. А, вот сколько людей рады, что А4 вернулся, Кобяков вернется. А, ребят, всем спасибо за поддержку и комментарии. Только легенды помнят тот самый стрим Егора. Да. Не было новогоднего стрима, послушал клип, посмотрел клип и появилось. Хочу такую же атмосферу. Ребята, супер. Не, ну классно. Классно, 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 классно. Такой приятный, вайбовый. Крит соло. Ну, я так скажу. И Влад 4 в соло, и крит соло. Подписано А4? Ну, конечно, подписано. А кто сейчас не подписан? По-моему, сейчас нет человека, который не подписан. Кто-то с трех аккаунтов даже подписан. На рингтон не поставил бы. Но Мазурбек 099 на рингтон бы не поставил, конечно. Ну, потом, припев. Мне надо припев от Егора Крида, либо от А4. Понимаешь? Припев от одного из этих двух людей. Вот что хочу тебе сказать.